Так, и здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей, это снова модный летсплей по Майнкрафту. И мы снова продолжаем. Да, и мы сегодня будем, сегодня я буду продолжать строить свой дом. Кстати, я забыл вам показать, как выглядел. Я в первой же серии, кстати, потом пересмотрел, забыл показать скриншот из того так, дома. Всё. Но... Я еще вторую серию. Я вторую серию не выложил. Надеюсь, во второй постараюсь показать, не забыть. Как я мог это вообще забыть? Да ты куда дверь-то закрываешь? Что? Короче, я посмотрел еще раз на скриншот этого дома. Оказывается, входные двери там были из ели. Ну ладно, потом. Но ели я тут нигде не встречал, поэтому найду, поставлю другие двери. А пока пусть будут эти. Убираем эту землю. Я не помню точно, как выглядел дом изнутри, но буду по памяти что-то делать, ориентироваться. А вот, кстати, пол там вроде из хвойных деревьев был. Ты кого-то убил? Что ли? Да, я золото накопал к нам. А. Ой, нифига себе, деревья уже вымахали здесь. Вот было бы неплохо найти еловый лес. Еловый лес, говоришь? Да. Но у меня, по-моему, темный дуб только есть. Не, темный дуб мне не надо. Мне надо, чтобы... Мне нужна эта хвоя. Хвоя. Так что отправляюсь я на ее поиски куда-нибудь. Так, тут... У меня потом, если что, ты пешнешь потом. Да, я найду, то точку поставлю там обязательно. А так буду... Мне и так, непожаренная еда у меня, это плохо. Но зато у меня очень много хлеба. Больше, почти 2 стака целых у меня хлеба. Так что об этом, так что можно не беспокоиться. Ой, пауки, 2 так паука. Я же его накопал. И они идут за мной. А убей, нам нужны нитки, кстати, пожалуйста. Постараюсь, только их 2, они на меня кидаются. Больно. Ой, еще и зомби тут. Даже 2 зомби. Нет, не убивайте меня, пожалуйста. Так, лучше рвать когти отсюда. Ну, просто тут темновато, поэтому зомби тут не умирают. Ну, ты, по-моему, один раз всего... Один раз я сдох, а ты еще ни разу не сдох. Да, и никаких... По-моему, за время летсплея. Да, и надеюсь, что я еще долго проживу. Так, дуб. Блин, трава опять повылазила здесь. Убью овцу, мне нужна еда. 7 семена. Блин, я не знаю, нужна мне эта фигня или нет. Да выброшу ее, нафиг она мне нужна. Так, я хочу... Вход будет здесь. Простите, что вас убиваю, но я из вас еду сделаю. Так, мне надо камни побольше. Это еще что такое? Чё это там нефть. Такое? Расскажи, я нашел нефть. Я получил достижение липкое окунание. Слушай, это просьба к тебе, если что. Да. Сохрани потом эти координаты, нам оно понадобится скоро. Нефть? Ладно, я поставлю здесь точку. Да. Новый оно маркер. Так, чтоб я, наверное, из железа топорик бы создал. Так, железо нефть. Есть, железо есть. Я думаю, ты не против, что я возьму точку. Оставил здесь точку. А так, идем дальше искать еловые деревья. Так, палки есть. Прыжок, прыжок по деревьям, блин. Паркур. Блин. Так, березу. Знаешь, я нашел. Коблин меня заспавнился. Коблин. Зараза. Я двоих пока только встретил за этот летсплей. Эндермен. И тыквенный паук, лучше я не буду к нему спускаться. Он слишком опасный. А я только что его встретил. Слишком опасный парень. О, это вообще этот березовая роща, ё-моё. Березовый лес. Надо точку-то здесь тоже поставить.
Тут очень, тут вообще Блин, слушай, очень это много пауков дерева. можешь это найти, пожалуйста? Мне нужны эти. Мне нужны нити. Очень сильно нужны нити мне. Мне нужны нити, если что. Ладно? Да. Березовый лес. Ставим точку эту. Просто я натыкался на двоих пауков, но там было очень много мобов. Я думаю, лучше не, ну, сваливать, Да нам бы а то нити, убьют. чтобы луки сделать. О, я впервые убил свинью. Нифига, да ты Я, по-моему, впервые мощный. даже встретил свинью. Довольно-таки поздно первая свинья мне попалась. Подложил свинью кому-то. Так, похоже, здесь нету березы. Опа. Кир Ой, очка, не он у нас береза, а сломался. это хвои. Ух ты, ничего себе тут пещерка. Тут, ну это, ну как пещерка, обрыв тут. И тут Ущелье, что ли, поди? ущелье, да, и тут угля много. Кстати, это на новых версиях добавили ущелье, мир увеличили. Ущелье может вообще, что говорили, кто-то находил аж 200 блоков вниз. Обалдеть. Прям с горы. Но это слишком уж много. Я нашел две железки. Тут очень много угля. Я, пожалуй, пособираю его. Это хорошая идея. Я из еловых досок хочу сделать пол в доме своем. А для этого надо еловый лес найти. А мне бы земли бы побольше бы найти, на самом деле. Земля где угодно вокруг тебя есть. Ну я Сделай же лопату и сравниваю копай. территорию. Я же территорию равняю, ты чё? Мне земля, поэтому не нужна больше Ну вот. колеса. Так, сколько у меня хлеба осталось? У меня 3,5 Обалдеть, стака. Ой, бля, здесь 4,5 сколько? осталось. Да у меня 4,5 стака осталось всего лишь хлеба. Сейчас кто-то скажет, всего лишь. Вот я Пойду хлеба хотел, кстати, накопал. сказать. Кстати, потом камень мне придется много камней ломать. Я собираюсь каменных кирпичей понаделать и применить их, и Это сделать тема. Я пока. крышу каменную. А я пока камень плавлю. Потому что мне очень надо. Так, теперь надо неплохо бы из острога выбраться. Откуда выбраться? Из этого ущелья. А то показался острог. Я думаю, где ты уже острог какой-то нашел? О, гранит нашел. Прикольно. Опа, вечереет. Обалдеть, угля здесь сколько. Ну это вообще, я до ночи копать это буду. Ой, железка еще. Ой, Ты еще лучше железка. собирай Ой, ресурсы, еще нам железка. нужны базовые. Ой, еще железка. Ой, еще железка. Обалдеть. Ну, с пустыми Нам руками не нужны приду базовые домой. ресурсы. Нам нужны пока базовые ресурсы. Так, темнеет, ты скоро домой, не? Так, я предлагаю кровать прямо на месте сделать и поспать. Ты мог бы метку поставить, мы бы вместе туда пошли бы завтра. В смысле днем, как поспим. Ну, для Так, у начала меня лопата я первая здесь сломалась. переночую, короче. Ладно. Так, я переносную кровать себе сделал. Ляг ты, пожалуйста, тоже. Все, лег. Спасибо. Так, отлично. Переносной верстак и кровать будут у меня теперь. Ой, Класс, у меня у меня последняя весь лопата инвентарь осталась. забит. Надо куда-то подсолнух. Нафиг мне не нужно выбросить подсолнух. У меня последняя лопата осталась. Так, продолжаем копать уголь. Летсплей это весело. Да. О, саженцы выпали мне. Уголь тут... Угля тут очень много, обалдеть. И киркат сломается, блин, пока я его буду ломать. Вообще красота у меня получается здесь.
И в два раза больше опыта у меня теперь имеется. Так, а там уже... А, нет, дальше нету прохода. Дальше просто темно. Поставим факел тут. Да, тут просто темно, да. Опа, земля Тут еще кончилась. железка, я А, у ее меня вон тут... возьму. Так, Ты, кстати, железо знал, что больше нет. искусственную деревню жителям можно даже создавать в новых версиях? Новых, но вряд ли в этой. Ну, что жители потом просто сами поселятся в ней и все. Ну, не Типа знаю, даже честно говоря, не без видел я заморозков. такого. Так, ну все, больше в этом ущелье делать нечего. Все, собрал я тут земляные осколки. Не знаю, нужны они мне или нет. Я не знаю тоже. Выброшу, наверное. Они в инвентаре тупо валяются пока что. Так, из булыжника надо выбросить Офигеть, у все-таки. меня уже 300 земли ушло на ямку небольшую. И она до сих пор не закончилась. Оп. Все, потрясающе. Прям тык-притык. Ромашка не нужна. Ой, тыквенный паук. Ух ты, тыковка. Лучше сожрать хлеба и сваливать отсюда. Так. А как теперь это ущелье А, тут перепрыгнуть можно вот здесь. Ладно, пойдем дальше прямо. Пойдем по Там сложному будет. пути, да? Пойду дальше прямо и это. Блин, дерево мешает вылезти мне. Так, по-моему, я, судя по карте, иду к концу, блин, этого острова. Опять темный дуб. Надо, короче, туда идти, в ту сторону. А этот пока решил подчистить это от травы место все это. Так, из подсолнуха уже, да, красители, по-моему, можно сделать, по-моему. Из подсолнуха желтый можно сделать, да. Ух, Это ты, сколько, если ух, что, сколько тут здесь тыкв. тыквы собирай и кактусы тоже. Впрочем, не исключено, что среди них могут и тыквенные пауки оказаться. Но надеюсь, что нет. Если что, собери тыквы и кактусы. Он мне не понадобится скоро. Так, звуки в Майнкрафте надо немного тише сделать, а то что-то они какие-то громкие слишком. Так, Так. управление. 6 тыкв собрал я. Среди них, к счастью, не было Ладно. тыквенных пауков. Нам нужны будут нити из пауков. Лук хочу сделать себе. Ура, я расчистил эту лужайку. Я так, тут пишет. О, еще ущелье одно тут. И тут не просто ущелье, тут и пещера еще какая-то. Ух, нифига Повезло. себе, тут глубоко. Я туда пока спу. Там есть это реалмитовая руда. Надо бы Прикольно. пособирать ее, наверное. Земляные Я здесь осколки поставлю нафиг, метку. с пляжу. Пещера 2. Тоже нафиг из инвентаря. Пещера 2. Ой, отмену поставлю. Опять эта фигня, да Пещера что ж ты будешь с ней 2. делать-то? Гоблины эти, точнее коблины. Пещера 2, и мне надо теперь как-то спуститься туда. А зачем нужны эти осколки земляные, я не понимаю, что Я здесь сам не так? знаю, я один увидел в инвентаре и выбросил его. Я тоже Так, бросил, зомби мне не идет пришли. ко Нам мне. Но он сюда нужно не будет такую проберется, теплицу он на скоро другой делать. стороне. Скоро будем строить теплицу. Нам надо будет теплицу делать. Так, диорит у нас есть, стекло. Вообще ничего интересного нет у нас. Как бы мне Так, надо. спуститься туда, я не знаю. Так, надо. Надо этот.
Найти где-то место, где можно было... А у нас камни есть вообще? Нет? А, у нас камней даже нет, прикинь, чё? Надо дерево нарубить побольше, чтобы топиться было чем. Как бы туда спуститься, а? Надеюсь, ты не против, что я срубил какую-то акацию возле дома. Но... Ну нет, главное, чтобы посадить потом можно было ее снова. Да я саженцы, если что, собрал. Я саженцы в сундук скину, ладно. Так, саженец. Твоим любимым. Этим, а я пока сюда. Мне просто очень много. Так, здесь в этой пещере очень много мобов. Надо быть осторожным. А ты знаешь, как потрескавшиеся камни делать, каменные кирпичи делать, нет? Ой. Оп. Потрескавшись, не знаю. Блин, у нас инвентарь какой-то забит уже всякой фигней. Здесь что? Здесь акации вообще. Боже, это надо разбирать весь этот вот бардак. В сундуках. Давай, как ты придешь, разберешь этот бардак куда-нибудь. Я просто не знаю, что нам надо, что не я надо. Я пытаюсь спуститься как-то вниз, не разбившись при этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас в чате Макс погиб. Не погиб. Не, я просто на паука зада. Ай, паук! Сдохни, сдохни, сдохни. Нет, пожалуйста, сдохни, паук. Фу. Паук. Так, еще метка одна надо мне здесь. Пауки. Нет, не пауки. Павук. Пещера. Два. Нам надо бы еще спавнер было бы по-хорошему найти для фермы какой-нибудь в будущем. Слишком много меток я оставлю, по-моему. Пещера 2. Не знаю, у меня вообще мало меток. Я просто тут ландшафтом занят пока. Мне нет до путешествий. Ну, каждый из нас своим делом занимается, ё-моё. Так надо срочно что-то съесть. Я, паук слишком много хп снял у меня. Так, ждем, железо, пока остальной запас найдешь, пополнится до конца. Да, шел искать еловые деревья, в итоге остановился на пещерах. Где-то. На пещерах остановился в итоге. Так всегда, когда зачем-то одним идешь, натыкаешься на что-то более интересное. Но еловые доски, пожалуй, найти надо будет. Так, лопни, кирку трес, убираем, да? Ставим, берем факелы. Так, ну пока, я думаю, мне хватит земли. Надо отсыпать, блин, здесь все это дело. Ёпарасоте, какая лужайка получается-то здесь. Так, железо, еще железо, еще железо. Ты бы видел, сколько здесь планируют заравнять. 29 железа у меня уже собрано. Неплохо. Теперь главное не подохнуть здесь. И вернуться живым, ну, да, домой. Опять этот коблин, да заколебали они везде лазить уже. Так, уголь я уже не хочу собирать, я и так уже собрал его, не знаю, насколько много, блин. Блин, земля кончилась. Другой стак в дело пошел. Опять кончилось. Эх, последние 64 штучки остались у меня. Ох, сколько факелов можно будет сделать из угля. Эх, и сколько можно будет... На всю жизнь хватит, блин. На весь летсплей. Кстати, на новых версиях можно ламинариями это... В печке пользоваться, как типа... Да, знаю, топливо. Но не на этой версии. А? Знаю, но не на этой версии. Я знаю. Еще пока. А чё, потом если перейдем на новую, можно будет, знаешь, сколько этих ламинарий накопать и забыть вообще там уголь для печей. Так, земля очень бегает. Много, слушай, да? А тут золото бегает. Давай, иди сюда. Золото, циклоп, что ли? Да, их трое. Ай. По
Подводное железо. Давай, идите сюда, у вас там уже лоу хп. Так, вот не это... поможешь еще раз поспать мне? Погоди, сейчас циклопов добью троих. Давай все. Побыстрее, я улег уже на кровать. Так, первый готов. А, ты готов. Еще одного будешь убивать сейчас? Третий сейчас будет готов, погоди. Давай, третий готов. А то мобы нападут на меня тут сейчас. Трое готово. Все, спим. Отлично, спасибо. Можем продолжать. Фармить. Да. О, зомби горит где-то. Продолжать охоту за... О, реалмитовая руда. Она... Это руда очень ценная, я должен ее собрать. Собирай. Из... Она мне очень понадобится. Да, из реалмитовой руды можно сделать кирку, которая может обсидиан сломать, например. Так. Дубовые заборы я тоже скоро в печке спалю. Да, короче, в такие пещеры в ущелье надо брать ведро воды с собой, потому чтобы спуск себе из струи воды сделать. Правильное решение, я хочу сказать. Короче, тупо круг здесь. Ой, чуть не упал. Так, там выход. Блин, здесь более спуск нормальный есть. Ну-ка, вот так. О, крипер. Жаль, лука нету. Я бы издалека был. Порох. Стрелял. Кстати, а порох нам вообще в этой версии-то не нужен. У нас фейерверков-то нету. Кстати, я хочу куда-нибудь научиться летать на фейерверках с помощью элитр. Чтобы фейерверками летать на элитр. Яблочки. Не очень-то много, если честно, дают еды. Так, там вообще, я был, теперь спускаемся ниже. Хочешь? Ко мне идет горящий зомби. А, нет, уже не горящий, он в воде. Отведай-ка силушки богатырской, все. Так, что у нас осталось-то? А, все очень сильно грустно. Так, опять угля много, но вот железо лучше соберу. Железо более важнее. Я, более ценный, слушай, чем нам же золото понадобится на карьер, по-моему. Уже, я, ну, золото вот... я не находил еще здесь. А так я золото лутаю с этих циклопов. Да золото в пещере тут далеко еще, по-моему. Вот алмазы можно было бы найти. Я пока тут занят другими вещами. Но алмазы вещами. Найти куда труднее. Я занимаюсь вещами. О, золото бегающее. Сейчас дерево срубим и золотом. Нашел, блин, прозвище золото бегающее. А чё нет, если их здесь полно? Так, здесь ничего нету. А здесь? Собираем лут и бежим. Так, от него. Тут какой-то проход вниз. Сейчас обстановку оценим. Напрасно. А, ничего. Он меня даже ни разу ударить не смог. По-моему, я лаву только что слышал. О, нужны ресурсы. Нифига себе, где мы поселились-то, аж на границе. А, вот лава. С дубами рядом. Затушить лаву нужно. Реалмитовую руду сюда, сейчас заткнем лаву. Интересно, что песни играют у меня сейчас ВКонтакте. Ох, нифига себе. О, Nintendo играет. О, ну здесь лужайка, кстати, надо будет разражать. Оба, золотишко. Да, к голове не прикасаться ни в коем случае, так. Заткнуть надо ее. Ну и чё, вы бежите за мной, нет? Алло? Ура, бегут. Так, реалмитовые руды две всего пока, надо больше. Я больше видел, по-моему, где-то тут рядом. Хотя чё мне париться, обсидиана нету здесь. Ну, есть железка. Снова. Железа очень много. Пещерки в этой, так что... Пустым уж не вернусь. О, они обступают мой дом уже. Ай! Ах ты... Это... Так, золото.
А второй это где? Где там бегать за домом? А, вот руда, которую я видел, реалмитовая. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Ай, он мне сейчас загасит. Уже семь. Кто, циклоп? Что ли? Ну, у меня просто хп лоу. А, одно сердечко, одно сердечко, одно сердечко, одно сердечко, одно сердечко. Так, прикол, хочешь, там еще два есть за мной. О, все, красота. На одном сердечке. О, еще реалмитовая руда. Кирка железная скоро может закончиться. Ну нет, ну это не страшно, железа полно. Насобирал. А мне вот надо этого побольше бы, наверное. Мне бы алмазов, чтобы сделать алмазный меч. Так, ну до алмазов там недалеко тут. Пока что. Хотя нет, у нас же есть в этом в РПГ какие-то мод на меч какой-то хороший с большим уроном. Да, но... А чё нет? Ну, поскольку большой урон меч очень дорогой. И я думаю, что некоторые ресурсы в других измерениях только можно найти. Да найдем, я Divine думаю. Divine RPG много новых измерений предлагает. Я пока золото тут пофармить не хотел. Я же задолбался уголь этот собирать, ну его нафиг. Да собирай, собирай, он нам понадобится в очень больших количествах. Два стака уже у меня, блин. Хорошо, что он у тебя есть. Эй, а куда пошел? Че, обиделся, что ли? Так, там еще дальше что-то есть. Меня циклоп, походу, обиделся, он не хочет со мной разговаривать. А, это еще не вся пещера, там еще дальше есть что-то. Так, я, если что, к тебе в дом прячусь пока что временно. А, блин, там... Это наш общий дом. Я про акацевый дом. Блин, с этого золота вообще не выпало. А, то есть Сикс, какой-то, вероятно, все золото попадает. А, понял. Впрочем-то, ладно. Там пока что это... Блин, толком ничего нету. У меня кирка сломается сейчас. Ну тогда домой шуруй пока что. А что это за желтая метка такая? Ну, ладно, карте? Я продолжу, короче, ломать уголь, пока не доломаю до конца. А потом телепортируюсь домой. Оу! Опять этот коблин. Сколько здесь развелось, а? О, у нас булыжник кончился, прикинь. Это нехорошо. А, там. Блин, все, кирдык. Но пришел к кирке, кончился. Ладно. Ладно, я прокопаю каменной киркой, которая у меня осталась, до второй части этой пещерки. Здесь крипер. Ничего страшного. Он не может взорваться, потому что не может достать до меня. Ой, он хочет подняться по воде ко мне. Вот зараза. Получается, только стак смог этого кирпича каменного сделать. А он, видимо, для находясь пола. В воде, взорваться не может, только... Блин, я в воде, он сейчас ко мне подойдет и взорвется. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста, не... Нет! Ай, блин! Чё, взорвался все-таки? Взорвался, да. И, блин, я был здесь уже. Какая вторая часть пещеры? Я тут был. Ну тогда все, что вы домой, что я тебе могу сказать. Я, оказывается, всю пещеру пролазил уже. Ладно. Так ты только так, раз, этим и занимался, хом. Чтобы лазить по пещерам. Оп, золотишко мое. Наконец-то я получил скин циклопа. Он, а вообще, он вообще ни одного удара по мне не сделал. Так, а почему забор здесь? Плюс, почему здесь забор вообще золота. Лежит? А потому что у меня топлива не было. А забор этот был не нужен нам. Ладно, я положу этот доски пока, короче, дубовые туда. Так, расплавим сначала этот реалмит. Ой, реалмит, это неплохо. Нам нужен булыжник, пошли булыжник копать, пожалуйста. У меня 42 булыжника. Отдай тогда их, пожалуйста, мне. В пещере накопал все. Очень хорошо. Так, надо пока скрафтить эти... как они называются?
Ёпрст. У меня 11 так, железо и плюс еще одна. 65, короче, железа у меня. Это очень много. И так, больше двух стаков угля. Положу весь уголь. А, нет, я один стак, короче, в качестве топлива положу. Кого? Печку. Угля. Ну, а то углем давай пользоваться. Я что-то забыл, что углем может топиться. Так, сейчас. Ну, вообще... Ждем, пока по-хорошему, я хотел бы ламинариями. И перейдем к следующей серии. На чем будем заканчивать-то? Ну, про полчаса прошло, это у нас временный лимит на серию, так сказать. Сейчас дождем, пока реалмит расплавится весь, потом положим железо и закончим. Из этого железа можно будет и кирок, и топориков понаделать, и мечей. Ну, меча мне пока хватает, а вот кирку новую бы надо сделать. Опа, темно уже, пора домой. А хотя, поскольку у меня реалмит, я... Сделаю себе. Давай из реалмита пока подождем. Как-то. Да, я хотел кирку из него сделать. О, мне тоже надо тогда. 10 штучек реалмита у меня. Поделишься киркой? Че, две кирки, две кирки сделать? Железо, блин, две реалмиту и кирки сделать? Ну да, мне тогда тоже. Так. Ну ладно, начнем. А у меня кончилось дерево. Мы начнем делать это в следующей серии, так что если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Короче, с вас Лайкос, подписывайтесь на эпичные видосы, подписывайтесь на стримерский канал, мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока. Пока.